Здравствуйте. Мы вновь проходим Даск, и после всех этих темных коридоров и подземелий нас выпустят погулять на поверхность. Вот эту вот красивую открытую зону, но тем не менее мы также нуждаемся в оружии. Давайте быстро его соберем. Запрыгнем на этот вагон, чтобы взять второй дробовик. Здесь также есть мыло. Мы его кинем в оленя, который... И вот-вот прибежит. Он его отбил. Негодяй. Отстреляем вот этих ребят быстренько. Займемся остальными оленями. Ай. Ладно, я до тебя доберусь. Берем быстренько тут всякие хорошести, которые тут лежат. Ну что, ты вышел? Отлично. Первый секрет находится прямо здесь. Дергаем рубильник, падаем вниз. В этом подвале нас ждет замечательный арбалет энергетический, который пробивает стены врагов. А также вот эта стена немножко выделяется. Если мы ее толкнем, то получим секретный гранатомет. С помощью этого портала мы можем переместиться в эту башню. И нам сразу дают местную снайперку. И предлагают ее использоваться, но я люблю делать вот так. Быстро и эффективно. Ну вот, собственно, арбалет. Попробуем прострелить их. А этот побежал за ними. Но тем не менее. Вы можете видеть, что он пробивает врагов насквозь. Это очень полезное оружие, когда толпы. Или когда вы знаете, что враг за стеной. Ну, тем не менее. Так, хватаем автомат. Прыгиваем назад, потому что вот этот чувак. Хватаем здесь красный ключ. И эта бочка хранит в себе еще один секрет. Далее мы запрыгнем на это здание с помощью вот этого холма. И заберем здоровье. Секретное, разумеется. И далее пойдем сюда. Испытаем нашу охотничью винтовку. По сути, это местная снайперка. Только без оптического прицела. Но это ничуть не мешает. У игры есть функция приближения прицела, но пока нет ни необходимости. Итак, последний секрет находится на этой горе. На нее тоже можно без проблем залезть. Берем этот пауэрап, спрыгиваем вниз, чтобы расстрелять этих культистов. И пугало тоже. Не теряя времени, заходим в красную дверь и убиваем вот этих вот братьев-близнецов. И я покажу кое-что интересное сейчас. Вот там, видите эти зеленые кристаллики? Сейчас мы повеселимся. Хватаем кристалл и кидаем в толпу врагов. И они начинают драться друг с другом. Это кристалл безумия. Да, и в этой игре тоже есть фишка с инфайтингом врагов, как в классическом Думе или Quake. Это довольно весело. Но не важно. Берем желтый ключ и выходим на поверхность. Так, быстренько ограбим тот домик. Нам нужно вот на этот мост подняться и пройти туда. Однако здесь недалеко есть еще одна опциональная зона. Прямо здесь. То есть моей интересной битвой. Хватаем этот супер-дробовик и... Забавно. Также пауэрап спаунит врагов. Мы просто забросаем их гранатами. А, ну и где вы? Это все прыгает.
их. Обожаю так делать. Когда это уместно, разумеется. Ах да, еще здесь есть вот эта область. Некоторыми ресурсами. Она не секретная, но она есть. И чтобы сэкономить немножко времени, мы доберемся до моста вот таким вот образом. Чтобы не оббегать все, весь уровень. Так, у нас осталось два врага. Оба они находятся вот в этом амбаре. Сейчас мы откроем дверь, дернем вот этот рубильник и приготовимся, потому что тут будет новый противник, целых два. И они довольно опасные. Да, это определенно не люди. Но мы справились. Мы с ними повстречаемся. А пока выходим с уровня. Вот здесь, на таких вот уровнях открытых, ты понимаешь, насколько хорошо эта игра задизайнена. То есть, есть шутеры, которые себя чувствуют хорошо только в замкнутых пространствах. Есть шутеры, например, как Serious Sam, который раскрывается на открытых больших локациях. Дизайн врагов и вообще оружие, да и перемещение вот в этой игре одинаково прекрасно себя чувствуешь, что в замкнутых коридорах какой-нибудь котельной, что вот на таких вот больших открытых пространствах, это прекрасно. Потому что в дальнейшем такого разнообразия, причем не только структурного, но и визуального, будет гораздо больше в этой игре. За что я ее безумно люблю. И да, скоро мы все это лицезреем. А на всем спасибо за просмотр и всего доброго.